Спустя 2 года на Ринмаре прошли соревнования в скорости и меткости на льду. Хоккеисты и просто любители вышли на ледовое поле, чтобы показать свои способности. Закир Вафин подробнее. Максим Беляев принимает участие в соревнованиях второй раз. В прошлых спортсмен занял первое место в конкурсе на скорость. К этой игре готовился усиленно, хоть хоккей не первый год. Я играю 5 лет уже в хоккей. Я буду играть бегом. Мне нравится играть в хоккей. Участники соревновались на открытой коробке «Старт». Их не спугнул даже крепкий мороз на улице. Более 20 человек сразились за различные номинации. В программе конкурса индивидуальные. Самый техничный, самый быстрый, самый меткий. Будет конкурс вратарей, будет конкурс оригинальный булит. Да? Кто интереснее, поинтереснее сможет обмануть вратаря и забить шайбу. Скрасить время между подготовкой к конкурсам вышла вокальная группа «Конфетти». Участников и зрителей собралось больше, чем в прошлый «Суперскиллз». Организаторы хотят сделать показ хоккейного мастерства ежегодным. Ну, я не сказал, что много, но вот с каждым годом народу просто все больше и больше получается, потому что раньше пустые залы были, сейчас, во-первых, родители ходят обязательно, друзья, ну, народ подтягивается помаленечку. Конечно, не битком еще, но все интереснее и интереснее. Ребятам из старта подарили хоккейную форму в рамках гранта от Управления региональной политики и информации по Ненецкому округу. Закир Вафин, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».